внушительным комплектом наград в Москву на этой неделе вернулись и победители Международной олимпиады по астрономии. Она проходила на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи. За победу боролись юные астрономы из 14 стран. Они выполняли практические и теоретические задания, защищали небольшую исследовательскую работу. Столичные школьники и студенты в составе национальной сборной взяли 6 золотых медалей. Абсолютным победителем стал Дмитрий Тимофеев. Он набрал наивысшее количество баллов, не допустив ни одной ошибки. Звездой при этом Дима себя не считает. Говорит, вся команда сильная и охотно рассказывает о своих других увлечениях. Я вообще любительской астрономией занимаюсь. У меня есть телескоп, камера. Там, летом по ночам, если ясная ночь, снимаю звезды или там, планеты, туманность. Помимо астрономии я программировать люблю. Ну, это тоже околоастрономическая тема, потому что я программирую такие вещи связанные. А также я на гитаре играю, учусь только, начинающий. Рисовать люблю карандашами и там красками. А еще Дима не расстается с наушниками, любит русский рок. Его музыкальные предпочтения разделяют и остальные участники команды.